Та хорош, смотри, що ти брати будеш? А що по городу? Їздиш. Скільки бензину по городу, кажу? 12. Газ, дизель? Бензин. Бачу. Царапіною. Скинеш, може, щось? 2500 і забирай. Ну не знаю, тут поцарапано. Это с завода так. Ну давай, беру. После покупки Беха стало колом недели так на три. В это время мы решали, что с ней делать дальше. На морозе тридцатка немного устала, потеряла весь заряд аккумулятора и воздуха в колесах как-то поубавилось. Раскопав и приведя в чувство тачку, она все же завелась и мы поехали. I'm on my business, stack chicken like what it's gon' be. Crew in the cut, and you want us red run when I tell a bit peace. Love is love. Love is love. Я думаю, что нет смысла говорить о автомобиле, о котором и так все все знают. Я скажу лишь то, что именно эта купешка стала родоначальником М-пакета. Эту машину мы купили с одной целью – это выехать на соревнования по дрифту в мае месяце. Советую прямо сейчас подписаться на канал, потому что в каждой серии мы будем рассматривать отдельно взятый этап постройки дрифт-проекта. Постройку проекта мы начали не сначала, а где-то с серединочки, и первое, что мы сделали – это установили ковши. Предыдущий владелец, судя по всему, тоже имел желание построить из этого автомобиля дрифт-проект. И начал он, как все, не с двигателя, даже не как мы, не с сидений, а с визуального оформления. Это. И одесский стиль сделали не мы. Но даже в таком состоянии этот автомобиль дарит невероятно много эмоций. На самом деле, наша машинка в богатой комплектации по меркам 86 года была чуть ли не лакшери. Первое. У нас есть EVM. Ну, такой себе борт-компьютер, у которого есть даже кнопочка «Чек», то бишь тест, который ты даешь поднять автомобилю, что ты, да, увидел ошибку и сбрасываешь ее. Очень удобно на самом деле. Но прям верх лакшери для этого автомобиля был это электрический люк. Насколько я знаю, там, где механический, крутилочка, если ломается, она стоит 150 баксов. А представляете, 86-й это 33 года автомобилю, и у нас электронное открывание люка дожило, представляете? Как-то я попал на этой тачке в пробку и дважды чуть не закипел. Когда я довез ее до места назначения, я узнал, что в этой машине есть дополнительный вентилятор. Его бережно установил предыдущий владелец, сказав о том, что машина не кипит, это я просто так сделал, ну типа, ну на всякий случай пусть будет. Ну и думаю, следует рассказать, что же мы будем делать и изменять в этом автомобиле. Для начала мы, конечно, полностью его разберем, свапнем двигатель. Кстати, если у тебя есть какие-то идеи, или, может, ты знаешь, какой двигатель лучше подойдет для E30, напиши об этом в комментариях. И, возможно, мы поставим именно этот двигатель. Дальше, конечно, будут заменены колеса, будут какие-то стильные разварочки. Кстати, колеса я уже видел. Мы уберем одесский стиль. Спойлер, его не будет. В целом, машина будет возвращена максимально к заводскому внешнему виду. Естественно, другой мотор, другая коробка, другая кулиса, гидравлический ручник. Ну и все, в принципе, что нужно для дрифт-проекта. Также мы поставим задний X-бар, ну, чтобы было побезопаснее. Ну а сейчас мы едем в сервис, где мы уже больше узнаем, что же будет по технической части с этим автомобилем. Осторожно.
Вот, собственно, мы и переместились в сервис. Машинка уже на подъемнике. И я думаю, что это последний раз, когда мы видим ее в нынешнем внешнем виде, еще без снятых деталей. Ведь совсем скоро мы начинаем ее разборку и подготовку к всем последующим работам. На этом заканчивается и первая серия. В следующей серии ты уже узнаешь побольше деталей о том, как мы будем строить этот проект. Пока!